Бали — это была моя мечта. Я мечтала уже года 3, наверное, попасть сюда. Ожидания просто выполнили сверх какую-то норму. А когда появилась реальность, я просто была в шоке. Как это круто. Это просто офигенно. Было не страшно, но я боялась, что будут душнил много. А у нас оказались все не душные, просто обалденные. А виды Нусапенида — это дельфины. Тема достижения — это вулкан, однозначно. Все жилье офигенное, каждая локация подобрана супер. Больше всего мне понравился первый отель, это бунгало такое классное. И вот текущий сейчас Кути, он такой модный, современный, тут атмосфера серфинга, класс. Команда — это просто супер. Ребята, то, что вы делаете, это восхитительно. Супер турлидер Боря. Да все, если честно, у меня будет все еще перекручиваться много-много раз, и я очень хочу всех зафиксировать и увидеть еще раз. Мне кажется, что она должна быть дороже. Я начала позднее выкладывание, потому что я наслаждалась моментом, и вчера мне написало 4 человека. Что это, где это? С вами хоть в Бугульму. Если будет тур в Бугульму, это маленький городок в России. Я поеду с вами, а так да, потому что я очень сильно хочу в ЮАР, и я видела, что у вас есть там прекрасный тур. Вы супер!